Программа «Школа танцев. Проект «Хип-хоп механика» выходит при поддержке Агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. «Школа танцев» в твоем телевизоре. Включай и танцуй! Всем привет, это «Школа танцев» и проект «Хип-хоп механика». С вами сегодня Бибой Проф, команда White Masters. Мы продолжаем учить вас брейк-дансу и сегодня займемся топ-роком. Изучим такой элемент, как kick and twist. Для того, чтобы научиться делать этот элемент, его нужно разложить на две составные части. Судя по его названию, он состоит из кика и твиста. Что это такое? Kick and twist. Kick – это удар ногой, твист – это вращение, но к нему добавляется прыжок. Итак, первое, что мы делаем – ноги на ширине плеч. Первый кик делается левой ногой. Мы делаем кик, как будто вы пинаете по мячу. Кик. Кик. Нога становится на место. Как только нога встала на место, вторая нога делает движение, тот самый твист. Мы перекрываем эту ногу и добавляем небольшой прыжок. Еще раз. Вторая нога первую перекрывает. Еще раз. Вторая нога перекрывает ее. После этого мы должны вернуться обратно. То есть то же самое движение, только в обратную сторону делается. Отсюда мы возвращаемся опять в ту же плоскость, где были изначально. И теперь то же самое движение делается только на другую сторону. Теперь та нога, которая делала твист, делает кик. Бьем теперь правой ногой, ставим ее на место. И теперь левая нога перекрывает ее сверху и перепрыгиваем на нее взахлёст. После этого возвращаемся обратно. Вот таких простых 4 движения. Еще раз медленно смотрим за этими поступательными движениями. Кик. Поставили ногу на место. Твист. Возвращаемся. Кик. Твист. Возвращаемся. Кик. Твист. Возвращаемся. Кик. Твист. Кик. Твист. Кик. Твист. Очень важным элементом и главным моментом в данном движении является именно тот момент, когда вы переходите с одной стороны на другую. Когда вы меняете ваши ноги, вы это должны делать максимально быстро, без всяких пауз. То есть после того, как вы сделали кик, перекинули ногу, вам нужно вернуться обратно очень быстро. Здесь очень тонкий нюанс. Когда мы возвращаемся обратно, нога, которая делала до этого захлёст, она не ставится просто. Она уже сразу делает удар. То есть после того, как вы возвращаетесь, сразу делаете кик. Стоим, смотрим на правую ногу. Возвращаемся и сразу кик. Смотрим теперь на левую ногу. Вернули, сразу кик. Вот это самое важное. Теперь то же самое. Момент перехода, только сбоку, для того, чтобы было понятно. Итак, смотрим на левую ногу. Кик пошел, нога поставилась. Вторая взахлёст. Возвращаемся. Удар правой, захлёст левой. Возвращаемся. Удар левой, захлёст правой. Возвращаемся. Удар правой, захлёст левой. Возвращаемся. И смотрим теперь этот момент перехода очень быстро, тоже сбоку. Кик, твист. Только вернули сразу кик, твист. Только вернули сразу кик, твист. Только вернули сразу кик и твист. Окей, после того, как вы научились делать эти простые 4 движения в одной плоскости, в левую сторону, в правую, в левую, в правую, и вам уже немного это наскучило, начинаем разнообразивать этот элемент и получаем его различные варианты. Сейчас рассмотрим вариант, когда мы его будем делать только на одну сторону, вращаться только через одну ногу. То есть только я сейчас буду правой ногой делать только кик, а левой ногой все время буду делать захлёст, буду делать твист. И буду вращаться по кругу, как волчок, но движение то же самое. Итак, смотрим. Правая нога пошла, левая все время взахлёст. Кик, твист, кик, твист, кик, твист, кик, твист, кик, твист.
Итак, с вами сегодня был Бибой Проф, команда White Master. Сегодня мы с вами продолжили изучать азы брейкинга. Изучили такой элемент, как кик-н-твист. Любите танцы, дышите танцами. Не употребляйте ничего лишнего.